Всем привет, дорогие друзья, с вами Дэдди, добро пожаловать в игрушку Hearthstone на телефоне. Вот, я вообще в игру Hearthstone играл, поэтому у меня немного опыта есть. Да, я надеюсь, я не забыл, давно не играл, наверное, уже полгода. Фух, ну что ж, давайте попробуем. Три гостя хотят сразиться на телефоне, я играю первый раз, я играл на компьютере. Посмотрим, ребятки, не забывайте про пальцы вверх, давайте наберем 200 пальцев вверх, давайте больше 200 пальцев вверх наберем. Этому видео я обязательно продолжу. Ну что ж, сейчас будем отжигать. Так, как же мне это нравится. Я и думаю, так. Вообще, конечно, большие карты стоило выбросить. Так, ладно, я все помню. Давайте ее призовем. Надеюсь, ее сразу не удалят. Ага, рывок у тебя есть. Ну давай, пока ты до меня доберешься, я уже стану большим и великим. Конечно, можно было зачистку сделать. А давайте сделаем зачистку. Не будем торопиться. Хотя можно было магию использовать. Ох ты ж, ё-моё. То, что он мне нанес урона, это еще ничего не значит. Тут самое главное правильно скомбинировать. Вот теперь я ему буду носить урон. Есть еще есть два заклинания, она будет у меня со временем усиливаться. Я немножко, правда, подзабыл. Так, ну-ка. Я думаю, стоит, наверное, вот это призвать или не стоит. Ладно, давайте. За четверочку он может кого-нибудь сильного призвать. Блин, я не буду раз... Я пропущу. Он до меня еще не скоро доберется. Секрет, елки-палки. Хотя можно было размен сделать с ним. Вот, отлично. Блин, а если у него есть отмена заклинания, я не помню. Это же Джайна только переделанная. Будем надеяться, что нету. Лишь бы он меня не убил. Что там такое? Пятерочку нанесу, ничего страшного. И ему все равно придется меня зачищать. Смотрите, не стал зачищать. Решил бить по мне. Ну ладно. А, мы сейчас ему оружие уберем. Войска лучше переберегать не стоит, всех выпускать, ребят, заранее. Уж поверьте мне, опыт в этой игрушке у меня какой-никакой, но все же есть. Ой. Хорошо, в принципе, у меня что же есть? Только я буду. Он ход подождет, а я уже следующим начну ходить. Знаете, что мы сделаем? Мы воспользуемся этим заклинанием. Великолепно. Мне это нравится. Так, лишь бы сейчас ударить. Это еще не значит, что я. Хотя нет, я победил. Это уже значит, ребята. Так, ну все, пока. Победили одного героя. Еще двое хотят сразиться. 50 уровень. Я как говорил, я же со своего аккаунта старого играю. Блин, хотя бы разовью вас. 235 золота. Еще двое хотят сразиться. Ну давайте. Блин, я же с тобой играл уже, эй. Ладно, я еще раз играю. Игрушка мне нравится, поэтому я могу в нее часами играть, действительно. Просто я ее удалил уже с компьютера, и как-то потом неохота было это все устанавливать, восстанавливать. А тут такая возможность подвернулась на телефоне поиграть.
Почему бы не попробовать? Это точно не стоило тебе напрашиваться. Хорошие карты. Приятно, знаете, что я могу сказать? Приятно играть в те игры, в которые ты... У тебя есть какой-то опыт, в которых ты как бы не профан. В которых ты разбираешься как-никак. Есть чему как бы научить, чем каким-нибудь тактикам. Вот, отлично, я бы использовал, наверное, заклинание. Хороший шанс убить кабанчика. И стать посильнее. Да, отлично, так я и хотел. И постепенно мы усиливаем. Так, усиливаем нашего дракончика небольшого. Нет, мне кажется, лучше сделать. Лучше не рисковать, убирать его войск. Так, это уже не очень хорошо. Знаете что? Мне надо, наверное, две карты взять. Ну, мы сделаем немножко по-другому. Лучше сделать... А, нет, блин. Конечно, лучше не рисковать сделать размен. Но если я выживу, то я смогу хорошенько так потом ударить по нему. Ладно, посмотрим, порискнем. Иногда стоит рисковать. Пускай, если меняется, то вот с этим лучше. Вообще не стал меняться. Так, попробую-ка я, знаете что? Давайте возьмем две карты. Вот, отлично. Заморозкой лучше. С него стрельню. Ну все, можно бить. Хорошо, я еще живой. Пятерочка отняли. Неплохо. Странно, что он зачистку не делает. Я помню, на компьютере играл, тот так не рисковал, по моему компьютеру. Так, смотрите, это уже будет 9. Плюс я усилюсь. Нормально. Лучше бы он зачистку в прошлом ходу делал. Ну, явная победа. Дайте мне ход, дайте. Ну все, прощай. А, кстати, а змейка только растет. У него только атака растет. Я думал, у него жизнь тоже растет. У него только атака, оказывается. Вон оно как. Подзабыл немножко. Ладно, оракул. Поиграем с оракулом. Сейчас мы быстренько их пройдем. Ух ты! Моргл. Я такого не видел. Для меня это что-то новое. Я его даже вообще не знаю. Давайте уберем эту карту. Посмотрим, что нам дадут. Да, еще дороже стали. Дали карту. Ну что, пригодится, но мы дотянем до 6-го хода, это точно. Пропускаем пока что ход. О, этот опасен. От него надо избавляться, ребят. Прикиньте, он по два раза ходит. Тем более, если его еще усилить. Я так понимаю, это шаман. То есть шестерочку он отнимает. А если, допустим, он усилить плюс 3 сделает, он может даже 12 раз отнять. Это уже нехорошо. Так, у него же, блин, я боюсь, что он достанет какой-нибудь топорик, поэтому нам... кислотного слизняка лучше приберечь. Мы все приберегем. Все это нам пригодится, карты. Ну, защитите на разок.
Может быть, стоило и выпустить его. Ладно, лучше тебя вытащим. Лишь бы он не усилил бы эту карту, потому что со светом это хреново. Да, тут уже у меня опасно становится. Тут надо подумать. Это все равно не может никого не убить, смысла нету. Так, ну а как тогда? Давайте сначала начнем с тебя. Это, конечно, фигово, ну ладно. Неплохая зачистка. Я думал, я всех сниму. Со своим рывком. Тоже неплохая карта при правильном использовании. Ладно, у меня есть зачистка, если что. Так, после того, как противник раздал карту, в принципе, неплохо. Давайте сделаем так. Заморозим. Мало ли у него будет какое-нибудь оружие достанет. Если достанет. Вот сейчас, если он даже достанет, он атаковать не будет. Ладно, то, что он подлечился, это тоже мало чего меняет. Тут самое главное правильно карты расположить, чтобы потом можно было атаковать. Можно, конечно, зачистить. Либо подождать. Давайте зачистку сделаем. Может быть, это рановато было, у него еще 4 карты, будет 5. Ну ладно. Он лечит постоянно. Зато у него зачистки не будет. Я сейчас могу хоть что-то предпринимать. Так, ладно. Давайте возьмем карту, посмотрим, что там вообще будет. Вот, отлично. Лучше не давать ему никакой меч. Мне кажется, будет более правильно. Может быть, у него есть какое-нибудь оружие, но он просто не может использовать его. Да, он сейчас будет лечить. Нифига себе, 8. В конце хода восьмерочку восстановит себе. Представляете себе? Конечно, надо избавляться от них. Ну-ка, может быть, это финал будет. Давайте посмотрим. А, значит, у меня есть 12. 17. 21, да? Это пока что еще не... А, нет. 14. 19. 23. Тоже не конец, да? А ну, Данета Лоле. А ну, Данета Лоре, как она говорит. Нисуса ветра, нифига себе, 5-5. Прикиньте, наложить на него еще эффект невидимости. Пора с этим кончать, ребятки. А ну, Данета Лора. Я теперь знал заклинание. Да никто не хотел увидеть тебя. Ну все, поскольку они по 8 меня сейчас бьют. С двумя эффектами. Давайте попрощаемся. Отлично. Так, а что с друзьями моими? Бронзоборот. Буду, ребят, теперь периодически на Хардстоун снимать видео. Надеюсь на вашу поддержку. Потому что игрушка действительно мне нравится. Почему бы не поиграть? Особенно в игрушке я хотя бы
Я сколько? Я около года играл, наверное, мне. Я еще не снимал тогда. Кого я? Наверное, в нее как раз год-то и не играл уже, наверное. Что тут поменялось, интересно. Вот зря, конечно, это сделал. Огненный шар можно было поменять. Потому что у меня персонажа вообще нету. Вся надежда на змея. Единственный персонаж становит заклинание. А он раньше был сильнее, у него был 1-2. Его было сложнее убить. Сейчас 1-1. Немножко пофиксили. Разработчики решили, что слишком круто. Дешевый юниты слишком крутые. О, вот это так до сих пор и опасен. Его стоит сразу убивать, ребятки, не мешкать. Потому что если мы его раним, то у него уже будет пятерочка в атаке. Я думаю, просто надо избавиться от него. Джайна это умеет. Своими заклинаниями. Ты так уверен? Ну, возможно, ты прав. Ладно. Не будем торопиться. Вот у него он часто использует оружие. Нам надо... Нам... Ух ты, в конце каждого ухода плюс один на ноль... минус один здоровье. Или как? Я уже забыл. А, предсмертный хрип у тебя. В принципе, это, может быть, это на руку нам пойдет. Давайте так сделаем. Заморозим. Не будем рисковать. Вот так вот, отлично. Ему нечем ходить, карты крупные. С другой стороны, это опасно. Пускай живет. Правда, он может карты понабрать. Я тоже буду набирать. Давайте возьмем карты. Да, отлично, сейчас мы используем, если у него крупная карта. Я думаю, он какого-нибудь хорошего героя использует. Хорошего персонажа. Оружием он явно меня уже не сразит. Вот и отлично. Сколько щитов-то у него? Давайте используем все-таки заклинание наше мощное. Я думаю, это как раз кстати от щитов избавиться. Лучше посильнее ударим. Хотя, конечно, с другой стороны, возможно, стоило его заморозить. Он по-любому сейчас кумит, нет? Я думал, оружие использует. Смотрите, одна провокация у него. Так, а как я сделаю? Давайте выбираться отсюда. Отлично, финал. Все, победа. Тоже очень такая стратегическая игра. Очень интересная, кто не знает. Так, три бокса. Новое задание. Разыграйте 30 карт в режиме игры. Сколько у меня комплектов уже? 5 комплектов. Давайте в следующей серии. Надо накопить нам 10 комплектов. Откроем 10 комплектов. Что тут? Я просто покажу немножко, что у меня тут есть. Ух ты, новое появилось. Я такого не знаю. Комплект. Пропущение богов. Ух ты, блин, я, конечно, бы хотел это все попробовать. Пробуждение древних богов, блин. Я отстал вообще. Мне таких карт нету.
Приключения. Я Черную гору проходил. Я проходил Лигу исследователей. А вот это я не проходил. Все приключения 999 рублей, все четыре крыла. Ух ты, ребятки, я, наверное, приобрету это и буду снимать на своем основном канале. Так, ладно. Сейчас немножко пробегу по коллекциям. Вам немножко показать. Ну, карта, у меня много легенд. Новая карта, темный Арако какой-то. Блин, надо поизучать. Все-таки скачаю, наверное, я свой аккаунт нормальный. Там будет круче играть. Блин, тут даже немножко как подлагивает игрушка. Сейчас немножко пролистаю. Пишите комментарии, оценивайте, особенно кто играет в Hearthstone, я думаю, меня поддержит. Но я буду периодически играть на компьютере, периодически на телефоне. Ну, хотя, блин, на телефоне неудобно. Действительно лагает, вот, все равно ощутимо тормозит. Посмотрим, в общем, как будет лучше, как вам больше понравится. Давайте побыстрее пройдемся. Может, какую-нибудь карту заметите крутую. Ну, карт много у меня, в принципе. Я уже столько накопил. Причем доната я вообще не донатил в эту игрушку, ребят. Вот это то, что у меня, вы сами можете добиться. Это примерно за год, ребят. За год-то я такую коллекцию собрал. Играл я каждый день прихожу после работы и, конечно, за Hearthstone включаю, чтобы выполнять всякие задания. Я донатил только именно вот в Лигу покупал. Блин, крутые карты. Я думаю, стоит периодически играть. Там в конце сейчас легенды пойдут всякие. Вот они, легенды. Великий гигант. Такого я не знал, еще не видел. Так, ну ладно, давайте я, ребятки, попрощаюсь. Не забывайте про пальцы вверх. Еще обязательно увидимся. Всем до скорого. Пока-пока.